следователем отделения полиции номер 9 по обслуживанию Инсарского района межмуниципального отдела МВД России Ковылкинский. В отношении 49-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренной частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Как установили сотрудники полиции, 10 июня 2019 года подозреваемые, находясь в своем доме вместе с 45-летней сожительницей, распивали спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры из-за малозначительного повода мужчина стал сбивать спутницу, нанося ей многочисленные удары кулаком по различным частям тела. Осознав содеянное, подозреваемый вызвал скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали женщину в лечебное учреждение. У нее диагностировали тупую травму живота и разрыв мочевого пузыря. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установлена, что данные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью потерпевшей. Расследование уголовного дела продолжается. Елена Качалина, ответственность за взаимодействие со СМИ межмуниципального отдела МВД России Ковылкинский.